Sure. С возвращением, Джейсон. Я уже начал забывать о тебе. Рад тебя видеть. Нож. У тебя. У меня. Ты вернулся к нам с тем, что потеряно. Он проливал кровь наших предков. Теперь он у нас. И мертвый отомщен. Идем. Все вон. Чего ты хочешь? Спасти друзей. Ты уверен? Я хочу убить вас и Хойта. Когда-то, давным-давно, здесь было озеро с лотосами и чистой водой. Берега его были из мягкого песка. И воздух наполнял аромат цветов. Но под его поверхностью жил великан, поедавший любого, кто подходил к озеру. Воин из Северного Царства прознал о великане и поклялся его убить. Он нанес татау на свое тело, взяв силу с земли мертвых. Затем он собрался и пошел по тропе к озеру с лотосами. Великан восстал из его вод, и воин поднял свой кинжал. И ему отсек голову великана от тела. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. А потомки того воина стали раки. Нашим народом. Теперь явился новый гигант. Докажи, что ты достойный. Помоги нам освободить пленных воинов. И я дам тебе силу, которую ты просишь. Хорошо. Тогда до скорой встречи, воин. Джейсон, мы собираемся напасть на конвой с пленными Васа. Какой план? Засада. Твои помощники ждут тебя в Чёрчтауне. Им не терпится поработать вместе с тобой. Thank you.
почистим тут все стирать. Ты пообещал. Джейсон, тебя ждут в церкви. Джейсон, иди к церкви. Чёртова пиратская трубка. О, этот козел был невкусным, когда я его ел. Теперь еще хуже. Рад тебя видеть, Джейсон. Колонна Васса пройдет здесь. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С-4. О, да. Ты ведь в этом году победила на чемпионате по плаванию. Я тебе говорил, что...
что такое безумие. Скурвец ненавидит Кинду. О, не. О, курва, фак. Что дальше? Jason żyje? Ja się pytam. Halo. Czy ty kurde żyjesz? Bo ja jestem naprawdę wkurwiony. Ja pierdolę, zajebnięty was. Chciał nas zabić, kurwa. О боже. Джейсон! Деннис! Как это возможно? Ха. Тебе везет, мой друг. Кто это сделал? Вас, празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Хойта. Я далеко не мертв. Скажи Цитри, я приду. Окей. Сейчас скажу ей. Мне нужно отнять свои вещи у пиратов. Oh!
Радиовышки. Я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя.
Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир.